гости нашего канала. Сейчас я вам представляю новую опять песню, дебют песни, безусловно. Слушайте, наслаждайтесь впечатлениями и так далее. Итак, новые песни. Для вас, мои хорошие, полетели. Кому же нужна наша чистая правда? Кому же нужна наша совесть и честь? Коррупции так все довольно погрязло. Барюк очень много, но просто не счесть. Так нагло воруют, и что им до боли? Им наплевать на бездомных сирот. То, что украли, хотят уже вдвое. Бездомные дети, похожие, не в счет. Подведем итог, что делать с этим. Глядя, как бездомные живут, брошенные судьбы и сироты дети, чьей-то помощи все время ждут. Брошенные судьбы и сироты дети, чьей-то помощи все время ждут. Подведем итог, что делать с этим, глядя, как бездомные живут. Брошенные судьбы и сироты и дети, чьей-то помощи все время ждут. Брошенные судьбы и сироты и дети, чьей-то помощи все время ждут. Бездомные люди в помойках, на свалках, они как бродячие стая собак. И помощь нужна, неужели не жалко? Судьба всех бездомных не просто пустяк. Зачем есть святые, приход и обитель? Молитвой старайтесь, может спасти. А если вам жалко, так им помогите. Как Бога все верят от чистой души. Подведем итог, что делать с этим. Глядя, как бездомные живут, брошенные судьбы и сироты дети, чьей-то помощи все время ждут. Брошенные судьбы и сироты дети, чьей-то помощи все время ждут. Подведем итог, что делать с этим. Глядя, как бездомные живут, брошенные судьбы и сироты дети, чьей-то помощи все время ждут. Брошенные